On Sunday, June 25th, communist forces attacked the Republic of Korea. This attack has made it clear beyond all doubt. Korea. And the GIs come on run, bowing unconditional surrender. The priest's targets, 13,000 Marines, it up as the now glamorous Marilyn steps front and center, while MPs have their hands. Like the Having the time of her life, Marilyn reels her way into the hearts of world.

Привет, друзья! Это Владимир Милов. Спасибо, что смотрите мой YouTube-канал. Обязательно подпишитесь на него, если вы еще этого не сделали. Здесь будет интересно. И сейчас в эфире еженедельная передача о международной политике, обнимашки с диктаторами, здоровый глобалистский взгляд на то, что происходит в мире, в противовес той конспирологии и пропаганде, которые вас регулярно пичкают в интернете и по телевизору. И вы давно меня просили сделать такой большой разговор о Корейском полуострове. Ну, это, во-первых, такая известная и очень яркая история двух Корей, северной и южной, вот абсолютная противоположности. Вроде одна нация, одна этническая группа, но две совершенно разных системы. А, их развитие иллюстрирует, собственно говоря, вот разные пути, по которому могло пойти человечество. И там много всего интересного само по себе происходит, но, конечно, Кореи обе дают нам массу поводов для обсуждения в связи с последними новостями. Мы, конечно, не можем уйти совсем от эпидемии коронавируса, хотя сейчас немножко дадим вам на карантине от нее отдохнуть. Но, тем не менее, вот один из поводов для того, чтобы сейчас эту передачу сделать, был, конечно, колоссальный успех которого добилась Южная Корея в борьбе с эпидемией коронавируса. Они очень эффективно с ним боролись. Мы подробно рассказывали об этом в нашей предыдущей передаче. Обязательно ее э, пересмотрите. Но э, Северная Корея, несмотря на весь этот сухер с коронавирусом, Северная Корея тоже не дает о себе забыть. Во-первых, по коронавирусу они говорят, что у нас типа ничего нет. Все здоровые. Какие-то граждане говорят, где-то что-то заразились. Кто? Какие граждане? Нет, у нас никаких граждан. Это все империалистическая пропаганда. Так нам говорит северокорейское телевидение. Но, тем не менее, вот там такие довольно тревожные слухи приходят о том, что там происходит с этой эпидемией. Но не только в этом дело. Дело в том, что вот в последние годы на северокорейском фронте росла очень серьезная напряженность, потому что КНДР, Корейская Народно-Демократическая Республика, активно ведет разработку своей ядерной программы и программы ракетных вооружений, хвастается ядерным оружием, проводит ядерные испытания. Вот вроде как президент США Дональд Трамп попытался о чем-то договориться с их лидером Ким Чен Ыном о том, чтобы КНДР отказалась от ядерной и ракетной программы и от денуклеаризации, то есть э, превращения корейского полуострова в безъядерный. Но вот первые месяцы этого года принесли совершенно плохие новости в этом плане, потому что э, с начала года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прямо заявил, что КНДР отказывается от предыдущих обязательств по политике денуклеаризации. И сейчас они очень активно проводят новые ракетные испытания. Вот пока мы все психовали и переживали из-за того, что происходит с коронавирусом. Если просто погуглить в новостях Северная Корея запуск ракеты, то там в последнее время они давали много поводов переживать. Это один из очень серьезных источников международной напряженности сегодня. И вот несмотря на то, что все увлечены коронавирусом, Корея, Корейский полуостров остается тем местом, где реально, к сожалению, возможно очень большая война, возможно, самая тяжелая в современном мире, потенциально самый тяжелый и кровопролитный конфликт эта напряженность росла десятилетиями мы сейчас вам об этом чуть э, подробно расскажем но вот сначала небольшая история про такой разительный контраст между двумя кореями это действительно выглядит фантастически вот на самом деле корея это вроде бы одна нация и там еще условно говоря полвека назад там было все ну, примерно одинаково это была такая Отсталая аграрная территория, которая жила где-то в позапрошлом веке, была очень далека от современной цивилизации. И вот две страны пошли по совершенно разному пути развития. Если посмотреть элементарно на цифры, то эта разница выглядит совершенно фантастически. Но, например, по номинальному ВВП на душу населения Южная Корея опережает Северную больше, чем в 40 раз. То есть ВВП на душу населения в Южной Корее это где-то около 30 тысяч долларов в год. В Северной там типа 700-800 долларов. Хотя там нет нормальной статистики, это все оценки, но тем не менее довольно очевидно, что там а, люди живут очень бедно. Если сглаживать эти различия по ВВП, по паритету покупательной способности, то там разница поменьше, где-то около 20 раз. 40 тысяч долларов в Южной Корее против там около 2 тысяч в Северной, но тем не менее, просто это колоссальная пропасть, Северная Корея является одной из беднейших стран в мире, при том, что Южная Корея превратилась за последнее десятилетие в такую достаточно развитую страну с высоким уровнем жизни, кстати говоря, высоким уровнем человеческого развития, например, есть такой индекс человеческого развития Организации Объединенных Наций, который комплексно оценивает качество жизни в разных странах. Там здравоохранение, образование, продолжительность жизни, уровень неравенства и социального расслоения. Там много критериев, вот, которые пытаются таки, таким комплексным образом оценить вообще, насколько людям жить хорошо в той или иной стране, насколько у них есть возможности, будущее и так далее. Так вот, Южная Корея в этом рейтинге занимает 22 -е место в мире. Это очень-очень высокая позиция. Российская Федерация, кстати, чтобы вы понимали, занимает 49 -е. То есть мы, к сожалению, в общем, в середине первой сотни стран по уровню человеческого развития, и южнокорейцы нас намного опередили. Они ближе уже к первой двадцатке стран, где людям лучше всего живется. Это, конечно, невероятный рывок, который эта страна совершила. Северной Кореи в рейтинге индекса человеческого развития ООН нет вообще. То есть они там когда-то публиковали ее, но перестали это делать, потому что нет надежных данных. Ну и таким образом вот за полвека произошел совершенно очевидный разлет в уровнях развития, в качестве жизни людей в этих двух странах. Хотя я повторю, что начинали они примерно с одного и того же. И Южная Корея вообще в целом, надо сказать, она демонстрирует себя таким крупнейшим игроком на мировой арене сегодня и вообще страной, на которую во многом стоит равняться. То есть она там дышит в спину 10 крупнейшим экономикам мира и где-то вот находится там на 11, 12, 13 строчке в мире по объему экономики, объему валового внутреннего продукта, чем для нас интересна Южная Корея. Тем, что это, вот, как говорится, это планета, которая по всем свойствам очень похожа на нашу. У нас размер экономики примерно одинаковый. Вот до наших всех последних адских девальваций рубля Южная Корея примерно была равна России. То есть это где-то триллион семьсот миллиардов долларов номинального ввп и у ну, нас сейчас стал чуть чуть поменьше из за того что рубль девальвировался вот мы южную корею в очередной раз пропустим вперед то есть мы по размеру примерно одинаковые но по уровню развития модернизации развития институтов инфраструктуры по качеству жизни южная корея намного опережает россию и это вообще очень интересный феномен, потому что мы привыкли считать себя такой большой и великой страной. Я считаю, что это некая оптическая иллюзия, связанная с вот этой картой Меркатора, когда вы смотрите, такая Россия там на этой карте огромная, а все остальные маленькие. Да? То есть, если вот вы на стене увидите карту мира, вы, может быть, Южную Корею там сразу и не найдете. То есть она вот такая небольшая, микроскопическая, в то время как Россия раскинулась там от одного океана до другого и до третьего, но на самом деле феномен состоит в том, что по размеру экономик эти страны одинаковые: Южная Корея и Россия, а по качеству жизни, как мы уже говорили, Южная Корея ушла далеко вперед. Не только, кстати, по качеству жизни, вот, например, другая история. Есть такая обсерватория экономической сложности в Массачусетском институте технологий. Это вот один из э, ведущих вузов мира, который занимается оценкой инноваций, в том числе и сложности экономического устройства стран, у них вот есть такой мировой рейтинг экономической сложности. То есть вы, грубо говоря, какой-то такой примитивный насос, который качает нефть и просто продает ее на экспорт. Или вы можете производить какой-то широкий набор э, всяких технологически сложных продуктов с высокой добавленной стоимостью, которые востребованы в мире. Так вот, Южная Корея в этом рейтинге экономической сложности находится на шестом месте в мире. Россия на 27-м. Это, конечно, феноменально, просто фантастическая история, насколько южнокорейцы оторвались не только от своего северного соседа, но и от нас, например, еще более северного но от этого не менее африканского, по сути, соседа. И вот вам пример свежий. Вы, возможно, слышали, что Россия пытается развивать свое судостроение. Вот глава Роснефти Игорь Сечин вместе с Газпромбанком и другими там госструктурами, они основали на Дальнем Востоке такую судоверф-звезда, которую сейчас пытаются накачать заказами госкомпаний на строительство больших кораблей. В России судостроение как бы вообще не существует. На данные о выпуске судов нашими предприятиями там без слез невозможно смотреть. Это всего по несколько штук в год. Да? Так вот, Путин вместе с Сечиным поставили задачу создать современное судостроение. И вот они решили вкачать кучу ресурсов в развитие этой верфи звезда. Знаете, кто ее реально помогает нам делать? Южнокорейские судостроители, которые на самом деле являются одними из чемпионов мира и входят в большую тройку корабелестроительных держав, которые являются крупнейшими производителями судов, кораблей и поставщиками их на мировой рынок. Их технологии и качество продукции считаются образцовыми. Собственно, фактически мы что делаем? Вот что Путин с Сечиным задумали сделать? чтобы развивать в России современное судостроение, просто привести сюда южных корейцев с их технологиями, с их умениями, чтобы они нам построили верфь. сами этого мы делать не можем. Это вот вам простая иллюстрация колоссальной разницы в экономической сложности устройства наших экономик. То есть Южная Корея она далеко ушла вперед не только от Северной, но еще и от России, и у нее, конечно же, есть чему поучиться. Ну и вот э, на этом фоне э, Корейская Народно-Демократическая Республика Северная Корея выглядит, конечно, просто ужасно. Это одна из самых бедных, самых закрытых стран мира с самым бесправным населением. То есть по объему ВВП э, Северная Корея где-то там в районе 120-го места в мире, по ВВП на душу населения вообще 180-го чуть ли не на самом днище. Там, возможно, самое нищее население в мире. Ну, наверное, все-таки есть какие-то африканские страны, где ситуация еще похуже. Но, тем не менее, вот люди там действительно живут очень бедно. Самая тяжелая история состоит в том, что северокорейцы абсолютно бесправны. То есть, если Южная Корея – это развитая демократическая страна с очень высоким уровнем гражданских и политических свобод, свободы прессы и так далее, то в Северной Корее, Северной Корее такое понятие, как права человека, права гражданина вообще не существует. То есть люди там подвергаются массовому и очень жестокому прессингу со стороны властей и репрессивной машины буквально ежедневно. В 2014 году был специальный доклад на эту тему о нарушениях прав жителей Северной Кореи, подготовленный для Генеральной Ассамблеи ООН, там содержатся очень такие трагические выводы, что вот такого масштабного и систематического нарушения прав людей, возможно, нет больше нигде в мире. И, собственно, ну что мы можем сказать там? Ежедневный арабский труд, торговля людьми, участие государства в самых разнообразных преступных операциях на международной арене. Концентрационные лагеря, где сосредоточены и вынуждены работать сотни тысяч жителей Северной Кореи. Пытки, политические репрессии, даже там нет такого понятия, как политическая оппозиция, там запрещено выступать против власти, но в рамках вот этой понятной и привычной нам политики страха там огромное количество, многие тысячи... Северокорейцев постоянно подвергаются давлению со стороны властей, переполнены тюрьмы. В общем, это такая худшая иллюстрация тоталитарного режима в духе Оруэлла, которым он может быть. И я должен сказать, что, к сожалению, друзья мои, вот наша страна приложила руку очень серьезным образом к появлению вот этого режима в том виде, какой он есть. Дело в том, что что получилось, вот как сложилось это разделение Кореи на две части. Дело в том, что Корея была под протекторатом и контролем Японии во время Второй мировой войны, она была оккупирована, и когда Японию победили, то Корею освобождали с севера Советский Союз, а с юга Соединенные Штаты. И вот они где-то дошли. Это похожая история, как вот, например, разделение Германии на восточную и западную после Второй мировой войны. И вот то же самое, похожая ситуация произошла в Корее. Советские и американские войска остановились на 38-й параллели. Все, что севернее контролировали советы, все, что южнее оказалось под контролем американцев. И вот откуда взялся пресловутый вот этот жестокий закрытый северокорейский режим? Это фактически система, которая была основана советскими оккупационными властями. То есть вот эта династия, с которой начал свое правление первый северокорейский коммунистический лидер Ким Ир Сен, она была поставлена руководить советами. На самом деле первым руководителем Северной Кореи, который фактически создал вот ту систему, которую мы сейчас там имеем, был, был вовсе не Ким Ир Сен, а был такой советский генерал Терентий Штыков, на самом деле этнический белорус по национальности, кстати, про Белоруссию мы в одной из ближайших передач поговорим. Я знаю, что вы много об этом просите, действительно, это важная тема. Но сейчас не о Белоруссии, а сейчас о Северной Корее. Так вот, фактически строителем той системы государственных институтов и там, экспроприации земли, и насаждения вот этого полного тоталитарного контроля над обществом был вот этот фактически правитель Северной Кореи с 1945 по 1948 годы, Терентий Штыков, по сути дела, вот такой советский военный гауляйтер, который фактически выстроил тот режим, который существует примерно с теми же институтами, в общем-то, до сих пор. И Ким Ир Сен, вот этот первый лидер, коммунистический лидер Северной Кореи, он был тем человеком, которого генерал Штыков, по сути, предложил Сталину, говорит, вот у меня есть тут верный чувачок, давай, значит, мы тут все оккупационные институты выстроили, мы советскую администрацию прекращаем и как бы передаем ему управление. Вот я рекомендую тебе вот этого, значит, парня. Да? Поэтому северокорейская мифология, она исходит из того, что Ким Ир Сен, значит, был таким великим революционным борцом, который сверг оккупантов там и так далее, и построил там коммунистический рай для северокорейского народа. На самом деле это просто был банальный пособник оккупантов которого вы выбрали руководить этой страной, потому что он был, во-первых, наиболее жестокий в отношении собственного народа, во-вторых, наиболее послушный. Таким образом, вот сразу, чтобы было понимание, да, что такое современная Северная Корея, это, по сути, единственный, вот я сейчас никак ничего не преувеличиваю, да, единственный сохранившийся в мире динозавр, да, динозавры существуют, единственный сохранившийся в мире остаток сталинской системы управление вот в том виде, в котором она существовала в конце 40-х годов прошлого века. Потому что вот представьте себе, вот если вы хотите, например, там нарисовать фантастическую картину, что было бы там, ну, если бы Сталин, скажем, пожил еще, допустим, лет до 90, или у него были какие-то сыновья, которым он в духе тоталитарных диктаторов потом передал бы власть, и они сохранили примерно такую же систему да? вот э, если вы хотите взглянуть на то что такое была сталинская россия сталинский советский союз у нас сейчас очень модно там про сталина говорить что вот он был такой эффективный менеджер он был такой классный лидер и так далее вот смотрите на северную корею котятки вот это ровно то какой была наша общественно политическая система э, в тот момент когда сталин был жив и он выстроил точно же такую историю в в рамках советской оккупационной администрации в Северной Корее, вся эта штука в первозданном вот таком же виде существует реально до сих пор. И, собственно, то, что там уникально бедное по мировым меркам население, нет никаких перспектив роста и развития, это вот классика на самом деле, к чему нас привела бы... Сталинская система, если бы даже советские коммунистические вожди не поняли, что она, в общем-то, не работает, и не начали бы сами ее постепенно демонтировать. И одно из важных свойств вот этой тоталитарной системы стоит в том, что она старается отобрать как можно больше ресурсов у собственного народа, как нам это с вами знакомо, да? для того, чтобы решать какие-то свои политические и геополитические задачи. Вот, например, в Северной Корее действует такой принцип Сонгун, который, по сути, переводится как армия превыше всего, который говорит о том, что вот вы там будете жрать землю, у вас ничего не будет, но все, что у вас есть, мы заберем и отдадим, чтобы содержать армию, чтобы защищать себя от какого-то внешнего врага. Вот ради строительства и поддержания ментальности вот этой осажденной крепости, Руководство КНДР отнимает невероятные ресурсы у своих граждан, и на самом деле, если вы, например, посмотрите на рейтинги крупнейших и наиболее мощных армий мира, то вы увидите, что Северная Корея там вовсе не на таких позициях, как она, скажем, в рейтинге экономического или человеческого развития. То есть по разным рейтингам сил и возможностей мировых армий КНДР там входит в топ-25 или даже в двадцатку. Но при этом, как я уже говорил, например, по ВВП на душу населения она типа там 180-я в мире. И больше чем в 40 раз отстает от своего южнокорейского соседа, например, по номинальному ВВП на душу. Да? Но, тем не менее, для армии у них находятся ресурсы. Вот, собственно, это один из принципов сталинской модели управления. Такая бесчеловечная эксплуатация людей, собственного населения ради поддержания вот этого геополитического величия. Это очень знакомо нам с вами. Мы с вами вот эту музыку в последние годы, к сожалению, довольно активно слышали у нас дома из Кремля. Вот до каких экстримов это может дойти, мы можем увидеть на примере Северной Кореи. На самом деле, справедливости ради, надо сказать, что ну, там прям вот не все так ужасно, как это было принято обсуждать в последние годы у нас. То есть КНДР действительно во многом заслуженно стала символом нищеты и бесправия в мире, но вот можно много услышать там истории, что там люди голодают, действительно едят траву, потому что есть нечего. На самом деле это не совсем так. Я могу сказать, откуда это берется. Это берется из 90-х годов, когда там был действительно очень серьезный, в КНДР был серьезнейший гуманитарный кризис, и по сути дела 5 лет реального такого голодомора. Дело в том, что это было прямое продолжение истории с распадом Советского Союза, когда после окончания жизни СССР, ну, наша страна просто перестала выбрасывать огромные миллиарды на поддержание вот этих всяких идиотских диктаторских режимов по всему миру, вот Северная Корея была, там, пала одной из жертв вот этого нового курса, да, мы, мы просто перестали отбирать деньги у наших граждан, чтобы давать их каким-то диктаторам, ну и вот северокорейские диктаторы перестали получать от Советского Союза огромную помощь, а проблема в том, что эта страна просто в силу своей географии, в силу своего ландшафта, ну там просто недостаточно обрабатываемых сельхозземель для того, чтобы прокормить собственное население. И она вынуждена импортировать в значительной мере продовольствие и сама себя обеспечить едой не может там это все наложилось еще на ужасные природные катаклизмы, там наводнения и так далее. Но, короче говоря, вот это известная история про северокорейский голод 94-98 годов. Там была, конечно, страшнейшая гуманитарная катастрофа, жертвами ее стали сотни тысяч людей. Действительно, вот людям было просто физически нечего есть, и это был такой полноценный современный голодомор. Вот эти все истории доходят э, до наших дней, но, конечно, за последние лет 30 э, там ситуация довольно серьезно изменилась. То есть, прежде всего, когда вот э, э, почти десятилетия назад к власти пришел вот этот молодой диктатор Ким Чен-Ын, то он, в общем, начал там ну, то, что можно назвать определенными экономическими реформами. То есть он, по сути, семьям северокорейским дал э, такую некую прото-самостоятельность в экономическом плане, типа семейного подряда. Там появился какой-то прототип квазирыночных отношений. Это, конечно, все довольно далеко от современного рыночного капитализма, но, тем не менее, это был некий шаг от полностью тоталитарной перераспределительной системы, которую, вот, как в 90-е годы мы видели, просто не хватает подовольствия. Ну, значит, нету. Да? И вот мы в Советском Союзе это помним э, по 80-м, когда система централизованного снабжения просто развалилась и было жрать, извиняюсь, нечего, да. Вот в Северной Корее было все то же самое, только хуже. Потом пришел вот этот молодой местный Горбачев, который разрешил немножечко, вот чуть-чуть ослабил вожжи, разрешил какие-то рыночные отношения. И в этом плане вот у меня есть много знакомых, которые периодически туда ездят, они говорят: "Слушай, ну вот эти все ужасы, что там прям совсем нечего жрать, это все не так". То есть там появился определенный средний класс, какая-то экономическая жизнь в Северной Корее там идет. И это, в общем, еще раз нам подтверждает очень простую истину, что нормальные рыночные отношения, современная рыночная экономика, отношения товар-деньги-товар, дает возможность людям жить лучше. И в этом плане вот на контрасте тоталитарная перераспределительная система как раз олицетворяет собой вот эти все ужасы, голода, отсутствие перспективы и так далее. Но, к сожалению, здесь вот надо сказать прямо, что вот эта определенная экономическая микролиберализация, которая чуть-чуть сняла напряжение там вот в плане уровня жизни и буквально там о заботе об элементарном пропитании и угрозе голода, да, вот эти угрозы чуть-чуть отошли, но тем не менее эта микролиберализация в области экономики, она никак не сопровождалась либерализацией политической, то есть в политическом плане жители КНДР бесправны как никогда. Это абсолютно тоталитарная система, которая заставляет их вот, там, не то что ежедневно, а ежесекундно доказывать преданность начальству. Очень многие люди э, отправляются под наказание даже в тюрьму, вот даже не потому, что они нелояльны, а просто ради страха, да, вот, то есть, рандомно выбирают, там, вот, один, два, три, вот, ты четвертый, сейчас сядешь, чтобы другим неповадно было. То есть, это в чистом виде, вот, сталинская система, как э, она есть, и э, в этом плане, конечно же, там, Ким Чен Ын называть каким-то там серьезным реформатором нельзя, ну, и вот самое главное здесь, что я хотел сказать что парадокс заключается вот в чем. Когда вот этот советский, назначенный советским режимом правитель Северной Кореи Ким Ир Сен, который был ее первым руководителем и вот участвовал в создании всей этой системы, живущей до сих пор, когда он пришел к власти, он вот объявил такой, вы, может быть, слышали, принцип Чучхе, что мы типа развиваемся собственными силами. Нам не нужно никакое взаимодействие с окружающим миром, какая-то внешняя помощь и так далее. Мы вот с опорой на собственные силы строим какое-то свое, там, значит, якобы благополучие. Да? То есть, когда у нас даже в России вот ведутся дискуссии о том, что Путин по факту ведет Россию к автарке, к изоляции от внешнего мира, к какой-то замкнутости, отсталости. У нас вот часто это слово вспоминают, чучхе, как вот северокорейскую модель такой опоры на собственные силы. Так вот, смешной парадокс здесь заключается в чем? Что нет никакого чучхе, потому что этот режим не выжил бы и просто рухнул физически, даже не в плане какого-то восстания, да, а он просто дезинтегрировался бы и перестал функционировать, если бы не масштабное вливание помощи со стороны прежде всего коммунистического Китая и, конечно же, в последние годы путинской диктатуры. Коммунистический Китай. По сути, это вот сегодня главный рассадник всего плохого, вот этой вот авторитарной диктаторской идеологии, как альтернативе либеральному миропорядку. Мы много раз это обсуждали, у нас была отдельная передача про Китай, обязательно посмотрите. И, конечно же, Китай играет очень важную роль вот этого злого дяди на Корейском полуострове, который препятствует освобождению, демократизации и интеграции в цивилизованный мир КНДР Северной Кореи. По сути дела, он выступает главным гарантом сохранения вот этого бесчеловечного северокорейского режима. Он их много раз спасал. Начиная с того, что вот после Второй мировой войны в 50-е годы там развернулась очень кровопролитная корейская война. Мы сейчас несколько слов о ней скажем. Так вот, по сути, Южная Корея бы в этой войне победила при помощи американцев. Если бы не вмешался Китай и не спас северокорейский режим. Следующая история была в 90-е, вот этот голод в Северной Корее, про который я вам рассказывал, тоже пришла китайская, массированная китайская помощь. Китай во многом поднялся на ноги благодаря рыночным реформам, экономика его стала посильнее, и он пришел и спас практически рухнувший на тот момент северокорейский режим. То есть, если бы вот не участие Китая, ну там бы просто государство могло дезинтегрироваться и нужна была бы какая-то международная гуманитарная интервенция, чтобы это все дело спасти, да. Но э, вмешался Китай, накачал их ресурсами и, по сути дела, помог им э, сохраниться. Китайская помощь сегодня является основой выживания северокорейского режима. То есть вот я говорил вам про страну с возможно наиболее бесчеловечным правлением и наиболее нищим населением в мире кто является гарантом сохранения этой ситуации китайские коммунисты они выступают категорически против того чтобы всерьез обсуждался вопрос об объединении двух корей по аналогии с объединением германии которая решила в общем то проблему интеграции нищей и отсталой германской демократической республики в более богатую развитую Западную Германию, и несмотря на то, что там не без трудностей это проходило, но тем не менее мы имеем сегодня сильную, единую, демократическую Германию вместо вот того жестокого противостояния, которое имело место в Германии и всей Восточной Европе во второй половине XX века. Такая же история могла бы произойти и на Корейском полуострове. Давно обсуждается тема интеграции и объединения двух Кореев в единое современное демократическое государство. Кто против этого дела? Китай. Категорически они считают, китайские коммунисты считают, что ну понятное дело, что единственный способ интеграции – это фактически поглощение неразвитой отсталой Северной Кореи более крупной, более развитой, сильной Южной Кореей. Ну понятно, что это единственный способ решение вот этой проблемы объединения корейской нации и корейского полуострова. Ну, как рассуждают китайские коммунисты? Нам это невыгодно. А Южная Корея – это представитель развитого демократического мира. Как это так? У нас под боком э, марионеточный, дружественный нам диктаторский режим перестанет существовать, и его поглотит развитая демократия. Ну, непорядок. Это противоречит нашим китайским э, геополитическим интересам. И фактически Китай является гарантом сохранения… КНДР вот в том нищем и тоталитарном виде, о котором мы говорили. Другой гарант это, конечно, Путин. Путин не играет такой большой роли, я хочу сказать сразу, как китайцев в сохранении северокорейского режима, но играет роль существенную. Например, Путин очень активно помогает Северной Корее экономически, в частности, помогает ей обходить санкции. И даже из-за этого... Путинская Россия сталкивалась с определенными проблемами в последние годы. Это довольно очевидная вещь, что наши помогают им заниматься контрабандой, незаконным экспортом угля и прочих товаров. И Путин наряду с китайцами, вот такой вот альянс диктаторов, довольно традиционный, Путин наряду с китайцами вносит очень серьезный вклад в выживание вот этого бесчеловечного северокорейского режима очевидный вывод из этого. Вот несмотря на всю эту болтовню про чучхе и собственные силы, опору исключительно на себя, в реальности северокорейский режим давно перестал бы существовать, если бы не массированная внешняя помощь со стороны диктаторского Китая и диктаторской России. На этом фоне Южная Корея выглядит, конечно, абсолютнейшим контрастом как я уже говорил, она буквально вот за несколько десятилетий скакнула, просто совершила невероятный рывок из, в общем, довольно отсталой азиатской страны в одну из самых развитых современных государств. И вот здесь, вы знаете, я хотел поговорить об одном очень-очень интересном моменте. У нас в России популярна так всегда была такая теория так называемой авторитарной модернизации что вот демократия это плохо для совершения какого-то прорыва в будущее, потому что демократия это расхлябанность, какие-то вечные споры, значит, разговорчики в строю и так далее. А вот нужен такой просвещенный диктатор, который проведет какие-то либеральные реформы, наймет каких-нибудь чикагских мальчиков, которые проведут там какую-то экономическую либерализацию. И вот, соответственно, все активно зацветет. Вот эта диктаторская авторитарная мифология, она, к сожалению, в последние несколько десятилетий была очень сильно распространена и плохо повлияла в том числе и на Россию, потому что у нас вот это становление раннего Путина стало возможным, в том числе потому, что очень многие люди в обществе, к сожалению, толерантно относились к идее диктатуры, который наведет порядок, проведет либеральные реформы, авторитарную модернизацию, и там потом значит, уже вот что-то там. Да. Вот часто приводили в пример в этой связи Пиночета в Чили, мы вам здесь рассказывали, у нас была отдельная передача о Латинской Америке, мы рассказывали о том, что на самом деле экономическая политика Пиночета в Чили, она вовсе не была такой успешной, как об этом принято говорить. И, кстати, вот очень интересную на эту тему мысль недавно высказал Константин Сонин, известный наш экономист, он с коллегами, в том числе занимается исследованиями вот этих авторитарных государств и их истории и они исследовали в том числе и чили он говорит одну очень простую вещь что да при авторитарной модернизации возможны какие-то рывки в плане экономического роста но кризисы структурные которые случаются при диктатуре они бывают гораздо глубже чем это было бы если бы была просто нормальная демократическая рыночная экономика, поэтому вот эти темпы быстрого, быстрого роста, которые продолжаются несколько лет, потом оборачиваются гораздо более глубоким падением, чем при нормальных условиях. И в итоге, когда вы на длинном интервале смотрите, это получается примерно то же самое. То есть разницы с точки зрения роста никакой. Модернизация авторитарная жестокая, оппонентов убили или попересажали, были вроде как на начальном этапе какие-то высокие темпы роста, а потом они исчезли. И интегрально получается, что ситуация ничем не лучше. Мы вот в нашей передаче про Латинскую Америку вам подробно рассказывали про эту ситуацию на примере Чили, что правление Пиночета обернулось серьезным экономическим кризисом в 80-е годы и крупнейшим обвалом, который в итоге привел и к падению его правления. На самом деле Южная Корея – это классический пример вот из этого же ряда. Там был такой диктатор Пак Чон Хи, который правил с 61 по 79 годы прошлого века. Вот Пак Чон Хи считают одним из примеров авторитарной модернизации. Просто наберите, погуглите его, почитайте, и вы увидите много таких отзывов, что да, он был очень жестокий диктатор, но тем не менее он сделал из Южной Кореи, и вот очень многие ему приписывают вот это вот экономическое чудо, они говорят, вот он из отсталой аграрной страны сделал такую современную развитую экономику с крупными корпорациями и так далее. Вот, друзья мои, мы сейчас этот миф с вами будем опровергать и перейдем к нашей традиционной частой рубрике Лучше тысячи слов. Вот вы сейчас увидите график на экране. Это, собственно, график валового внутреннего продукта Южной Кореи по годам. Из этого графика очень четко видно что как раз рывок Южная Корея начала совершать с конца 80-х годов, когда последний военный диктатор Чон Ду Хван в 1988 году оставил правление. Его сменил гражданский президент Родеу, который был преемником вот этой всей авторитарной системы, но он начал серьезные политические и экономические реформы. По сути, как Горбачев. Да? И дальше в 90-е Южная Корея стала уже нормальной, развитой демократической страной с конкурентной политической системой. То есть вот на этом графике прям очень четко видно, что вот этот модернизационный рывок, он произошел не при диктатуре Пак Чон Хи, а он произошел после начала демократизации Кореи. И это вот совершенно довольно такая очевидная вещь с точки зрения временного ряда но здесь есть другая история, то есть вот Пак Чон Хи э, любят те, кто являются его там поклонниками всей этой авторитарной модернизации по южнокорейской модели, они часто приводят в пример то, что Пак Чон Хи развивал в э, Южной Корее систему доминирования вот этих крупных корпораций, которые называют чеболи. Вы, наверное, тоже слышали э, это слово очень часто. Его, кстати, часто используют в российской экономической дискуссии, говорят. А вот Южная Корея совершила рывок, потому что там были крупные корпорации, чем более. И вот э, на такой модели нам э, и российское экономическое развитие якобы надо строить. Вот только силами крупных корпораций, значит, надо как-то двигать э, экономику вперед. А вот это какая-то экономическая мелочь, которая там болтается. Это, как Путин говорит, одни сплошные спекулянты и никакой э, пользы от них нет. Да? Так вот, э, на самом деле это еще один миф. Потому что вот эта монопольная структура экономики, вот как мы, мы говорили про Чили, например, и в целом про авторитарную модернизацию, она сопровождается большими структурными искажениями. Вы, диктатор, назначаете вот так называемых национальных чемпионов, которые становятся, по сути дела, монополиями. Монополии, если вы смотрите мою передачу «Где деньги?» на Навальный лайф, самую лучшую передачу об экономике в России, мы там постоянно говорим о том, что монополии это главный яд для любой экономики, потому что они создают барьеры для конкуренции, роста, инноваций для инвесторов. Они все время накручивают цены, при том, что выбрасывают кучу денег не туда и снижается качество их услуг. Вот ровно такая же история произошла в Южной Корее с чеболями, кульминацией которой было знать что. Если вы забыли или не знали, обязательно бегите читать об этом немедленно. Это азиатский финансовый кризис 1997 года, который на самом деле больно ударил и по нам. Вы, наверное, все знаете вот это страшное слово ⁇ дефолт ⁇ которое Россия объявила в августе 1998 года. Вот непосредственной причиной тех экономических трудностей, которые у нас тогда были, был азиатский финансовый кризис, который обрушил рынки, обрушил нефть, обрушил нашу бюджетную ситуацию и финансовый баланс нашего государства. То есть вот дефолта в России, наверное, не случилось бы, если бы не вот этот финансовый кризис, который разразился в 1997 году в Азии и в том числе в Южной Корее. И причины этого кризиса во многом были вот эти крупные корпорации монополии Чеболи. Что они делали? Они инвестировали, так, просто если объяснить, я думаю, на российском примере вы поймете. У нас э, таких кризисов было множество в последние годы. Крупные корпорации наинвестировали огромные деньги, черт знает во что. В то, что называется плохие активы. А не было достаточной рыночной конкурентной среды, они распоряжались деньгами, как хотели. В итоге накопили долги и выяснил, что те инвестиции, которые они осуществляли, были не очень эффективны и не принесли той отдачи на которой руководство этих крупных корпораций рассчитывало. Вот, кстати, после кризиса 1997 года Южная Корея очень сильно переоценила роль Чеболи в экономике и много сделала и для изменения структуры экономики, и для улучшения корпоративного управления. Но вот я это все к чему говорю. Что на самом деле вот этот миф, что диктатура Пак Чонхи выстроила какую-то такую эффективную систему, которая обеспечила Южной Корее рывок. Точно так же, как и пиночетовская система в Чили, по сути дела, вот эта система Чеболей, которую выстраивал диктатор Пак Чунхи, она кончилась экономическим кризисом, очень глубоким экономическим кризисом. В 1997 году Южная Корея там потеряла треть ВВП, там валюта девальвировалась на треть. Это был очень такой болезненный удар по экономике. И, по сути дела, вот такая жирная черта под вот этой системой Чеболей крупных корпораций, монополий, которые выстраивала диктаторская система Пак Чон Хи. И вот на самом деле, когда южнокорейская экономика от этого монопольного авторитарного наследия очистилась, когда она начала активнее интегрироваться в глобальный мир и, кстати, заключила большое число соглашений о свободе торговли с развитыми странами, получила доступ на экспортные рынки, вот тогда-то она со своей конкурентоспособной продукцией выстрелила. И по сути дела вот это южнокорейское экономическое чудо является вовсе не следствием диктатуры, которая была в Корее в 60-е, 70-е, 80-е годы, а последующих реформ, которые произошли уже после демократизации страны, после начала строительства нормальной современной рыночной демократии. Таким образом, вот если подводить под этим некоторую черту, то вот очень интересно действительно проводить параллели между, скажем, Кореей и Германией. Потому что в Германии тоже, например, были американские оккупационные войска после Второй мировой войны. Германия получила огромную американскую помощь, как и Южная Корея. Но, тем не менее, Южная Корея, в принципе, до конца 80-х, начала 90-х годов продолжала оставаться довольно периферийной страной. Несмотря на всю ту мифологию, которую вы Можете услышать о якобы эффективном авторитарном модернизаторе, диктаторе Пак Чон хи Тем не менее, германия развивалась по совсем другому пути. Она сразу устроила свою новую государственность на полной абсолютной демократии, на широком местном самоуправлении, разделении властей, свободы прессы и так далее. И Германия совершила вот это самое экономическое чудо. Она же была просто полностью разрушена, да? Но она, тем не менее, совершила вот это экономическое чудо в 50-е годы под руководством Конрада Аденауэра и Людвига Эрхарда и уже тогда стала крупнейшим игроком на международной арене. А вот Корее, чтобы подобраться к десятке крупнейших экономик мира, потребовались долгие десятилетия. Поэтому я лично утверждаю, что диктатура, которая длилась в Корее несколько десятилетий во второй половине прошлого века, она не способствовала реально никакой модернизации. Она, наоборот, Корею задержала в развитии и догонять пришлось уже при демократии. Кстати, вот еще такой важный момент про наследие вот этой авторитарной диктатуры Пак Чон Хи и его преемника Чон Духвана. Вот что то же самое, вот как мы говорили с вами в нашей передаче про Латинскую Америку, что после себя оставляют такие диктатуры, это жесточайший разлом в обществе и очень тяжелые шрамы, которые на самом деле не заживают длительное время. То есть, скажем, дочка диктатора Пак Чунхи, Пак Кенхе, была избрана президентом Южной Кореи уже на демократических выборах в 2013 году. И, ну, вы, наверное, слышали много о том, как ее отправили сначала в импичмент по обвинениям в коррупции, а потом посадили в тюрьму аж на 25 лет. То есть во время всей этой процедуры вот были видны все те шрамы, которые на Южной Корее оставила диктатура. Во-первых, вот эта вот картельная структура экономики, состоящая из крупных корпораций Чеболей, ведь они же все фигурировали в этом коррупционном скандале. Кстати говоря, и предшественник Пак Кен дочки южнокорейского диктатора, которого звали Ли Мен Бак, он в свое время возглавлял корпорацию Хенде, а в 2007 году был избран президентом Южной Кореи. И вот таким образом, примерно 10 лет после периода демократизации и прихода к власти таких центристских и более левоцентристски ориентированных политических сил. Вот с 2007 по 2017 вернулись была некая реставрация консерваторов. Сначала Ли Менгбак, представитель крупного корпоративного сектора, а потом дочка диктатора Пак Чон Хи. Так вот, вся эта история сопровождалась масштабными коррупционными скандалами. Кстати, Ли Мянг бак тоже сидит в тюрьме, ему дали 16 лет за коррупцию уже после того, как ему ну, импичмент не объявляли, после того, как он покинул свой пост. Но, тем не менее, два вот этих президента из консервативного лагеря, которые, в общем-то, имели определенную связку с э, диктатурой прошлого и той экономической системой, которую она построила. Вот оказалось, что коррупционные связи – это такая достаточно прочная ткань, которая связывает э, корпоративные большие деньги и политиков э, права консервативного толка вот оба консервативных президента за коррупцию потом сели в тюрьму. Все корпорации, вот, которые вы слышали, Samsung, Lotte, LG, HND, так или иначе они были замешаны в этих коррупционных скандалах. И когда мы видели вот еще до отставки Пак КНХ дочки диктатора с президентского поста, когда еще этот импичмент не произошел, а только обвинения начали фигурировать, мы видели, какая магнитуда протестов, в Южной Корее против ее правления произошла на улицах всех крупнейших городов, были беспрецедентные массовые демонстрации, что, в общем, еще раз подсказывало, что как и в Чили с Пиночетом, помните, мы обсуждали с вами здесь бурные протесты, вроде как ниоткуда взявшиеся достаточно жестокие протесты в Чили, которые произошли в прошлом году, здесь была похожая история. То есть люди считали консерваторов и особенно дочку диктатора, в общем-то, так или иначе продолжателями вот этой авторитарной линии, несмотря на то, что они пришли к власти вроде как демократическим путем. Это вызывало массовые протесты и огромное напряжение в обществе. Поэтому вот в чем наследие вот этого диктаторского режима и так называемой авторитарной модернизации. С одной стороны, огромный разлом в обществе, поляризация, недоверие друг к друг другу, недоверие к попыткам реставрации вот этих всех авторитарных порядков. С другой стороны, это, конечно, всевластие крупных корпораций, где через шаг на столе появляется коррупция. Потому что эти крупные корпорации привыкли при диктатуре решать таким способом свои проблемы. Ну, в общем-то, они и продолжили вот этим политикам правоконсервативного толка капать чего-то в их какие-то аффилированные фонды, что, в общем, потом было южнокорейским судом признано взяткой. В этом смысле вот нынешнее руководство Южной Кореи, это, конечно, полная противоположность. Действительно, вот освобождение от диктатуры привело к тому, что в Южной Корее на первый план вышли совсем другого типа политики, носители вот этой как раз современной культуры демократического управления, ну, конечно, это нынешний президент Мун Джейн. Я, честно говоря, я уже хвалил его в предыдущей передаче, когда говорил о том, как эффективно Корея справляется с эпидемией коронавируса. Но на самом деле здесь надо остановиться чуть подробнее, потому что, на мой взгляд, Мун Джейн, нынешний президент Южной Кореи, это один из самых разумных, грамотных и эффективных политических лидеров вообще сегодняшнего дня. Мало того, что он очень эффективно справляется, например, с вот этой тяжелейшей эпидемией, и Южная Корея является образцом даже для самых развитых стран мира. Мало того, что в Южной Корее с экономикой все хорошо. Но здесь еще есть вот такой момент. Ключевой угрозой для развития Южной Кореи, конечно, является вот это вот продолжающееся, непрекращающееся противостояние с Севером. То есть, по сути дела, вот... Тяжелая корейская война, которая бушевала там в 50-е годы. А на самом деле, кстати, почитайте про нее. Это важная история. Это один из самых кровавых конфликтов вообще после окончания Второй мировой войны. Там погибло до 3 миллионов человек. По разным оценкам были разрушены все крупнейшие города. И на самом деле, кстати говоря, это вот был такой прототип возможной тотальной войны между сталинским коммунистическим миром и э, развитым Западом. Вот, собственно говоря, выяснилось потом, когда открыли архивы в России, что Сталин действительно дал указание напасть и начать э, Корейскую войну. В 1950 году Корейская война была начата по инициативе северного э, коммунистического режима, который напал на Южную Корею и вот как раз собственно, вот этот советский военный а, правитель Терентий Штыков, который в тот момент уже перешел на должность просто посла советского в КНДР, вместе с Ким Ир Сеном пришли к Сталину и говорят, слушай, мы сейчас можем напасть и все там быстро-быстро захватить. Да? И Сталин сказал, окей, вот начался этот кровавый конфликт. Кстати, у нас была отдельная передача про а, блок НАТО, Североатлантический альянс, и мы рассказывали вам, что создание блока НАТО было напрямую связано с тем, что лидеры э, Демократической Европы и Соединенных Штатов, они опасались, что Сталин повторит корейский сценарий в Европе. Как вот он решил э, руками своих марионеток в Северной Корее напасть на Южную, так он решит напасть на Западную Германию или в целом продолжить европейскую коммунистическую экспансию. В ответ на это в 1949 году был создан Альянс НАТО. Это напрямую было связано с вот этими корейскими событиями. Так вот, возвращаясь, собственно говоря, к этой истории, вот с тех пор там фактически не возникло мира. Там есть вот эта вот демаркационная линия по 38-й параллели, демилитаризованная зона, то есть они фактически договорились о перемирии, которое никогда не оканчивалось юридическим миром. И э, на самом деле после того, как Южная Корея стала наконец демократической страной, там пришли к власти политики, нормальные современные политики центристского толка, которые ориентированы в принципе прежде всего на интересы людей, а не какие-то вот геополитические игрища. И они поставили вопрос о том, что нам нужна политика примирения с перспективой объединения двух Корей, вот э, по тому примеру, как это произошло с объединением Германии, первым, кто начал эту политику, был э, известный южнокорейский оппозиционный лидер в, год, в годы диктатуры, диссидент Ким Деджун. Он, э, кстати говоря, он стал президентом в 1998 году, как раз вот на гребне азиатского финансового кризиса, когда вот эта старая система окончательно рухнула, да, и нужно было предложить обществу что-то новое. Вот Ким Деджун, одной из вещей, которую он сделал, предложил политику примирения с Северной Кореей и, кстати, получил за это даже э, Нобелевскую премию мира, единственный кореец, который ее когда-либо получал. Вот нынешний президент Южной Кореи Мун Ин, он является последовательным продолжателем этой линии. Он понимает, что ключевая задача для Южной Кореи, и она, конечно, не сможет страна э, дальше нормально развиваться, если не добьется мира на Корейском полуострове и, в общем, какой-то перспективы к движению в сторону объединения двух Корей. Вот он эту линию на мирный процесс активно продолжил. Он даже встречался с Ким Чен Ином, они провели знаменитый саммит в апреле 2018 года и подписали Пханмунджомскую декларацию о мире и движении вперед. Мун Ин, лидер Южной Кореи, представлял из себя уж серьезную альтернативу изначальной вот этой агрессивной риторики президента США Дональда Трампа, который прям так и говорил, да мы сейчас, я не боюсь военного конфликта, мы вас сейчас бомбанем, чтобы вы здесь прекратили свою ядерную программу. И это очень сильно смягчило ситуацию, хотя, например, в 2017 году риски большого военного конфликта на Корейском полуострове были огромные. Скажем вот бывший министр обороны Соединенных Штатов Эш Картер, который много занимался, кстати говоря, Кореей в своей военной карьере, он говорит, что если бы такой конфликт случился, то мы увидели бы уровень насилия, который человечество не видело вот с 50-х годов прошлого века. Реально погибли бы миллионы людей. Здесь важно понимать, что, что э, у Северной Кореи не так много возможностей каким-то военным образом достать до развитого мира. Да, они развивали э, баллистические ракеты в, свое, э, в последнее время, и что-то у них есть, что может долететь до Японии, долететь до э, Тихоокеанских островов, э, которые принадлежат США. Но тем не менее все-таки всегда основной мишенью. В случае потенциального обострения ситуации между э, Западным миром и Северной Кореей, основной мишенью всегда была Корея Южная. Сеул, столица Южной Кореи, находится в пределах досягаемости северокорейской артиллерии. Несколько десятков километров от э, границы. Я, кстати, вот когда был в Сеуле, с ужасом увидел в гостинице: ну, знаете, вот вы приезжаете в гостиницу, там что там в номере есть, там, халат? тапочки, значит, там на тумбочке лежит там Библия или презервативы или то и другое, вот у кого какие предпочтения, да? А тут открываешь шкаф и там висит такой большой противогаз, даже два, потому что номер двухместный. И такая инструкция типа, уважаемые гости. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, просто если вот на нас нападет Северная Корея, мы вас об этом оповестим, для предотвращения вот того, что вы погибли в химической атаке, пожалуйста, наденьте противогаз и чувствуйте себя как дома. Да? Вот примерно такая инструкция. На самом деле, вот, э, вы можете много про это в интернете почитать, про то, что в сиульских отелях э, противогаз в номерах это частое явление. Это во многом отражает вот, э, всю эту ситуацию постоянного страха, в котором Южная Корея находится, что любое обострение, в общем-то, чревато разрушением Сеула разрушением Южной Кореи в том виде, который мы все ее любим. И в этом смысле вот эта политика, которая направлена все-таки на примирение и на начало какого-то диалога о возможном объединении двух Корей, эта политика, конечно, абсолютно правильная. Вот здесь в завершении несколько слов о том, стоит ли этого ждать и к чему все это может привести. Конечно, здесь не надо никаких иллюзий по поводу северокорейского режима. Это очень подлые, хитрые и брутальные люди, для которых задача, в общем, сохранять свою власть и могущество. С другой стороны, я уверен, что они как никто понимают, что вот у этого режима в нынешнем виде нет больших перспектив. И что вечно играть на удержание в современном глобализованном мире они не смогут. В этом плане здесь, на мой взгляд, очень важно постоянно пробовать вот пределы, собственно, до чего вы можете дойти, если вы там, условно говоря, предложите им какую-то нормальную альтернативу. Пример, вот живой пример из соседнего мира Юго-Восточной Азии, это Бирма, страна, которая сейчас называется Мьянма. Да. Это была еще там 15 лет назад одна из самых жестоких военных диктатур. И ужасно нищая страна, вот реально по многим параметрам, сопоставимая с э, Северной Кореей, но развитые страны помахали перед Бирмой и ее военной хунтой некой морковкой: что, типа, ребят, если вы начнете перестройку, начнете реформы, страна будет лучше жить, и вам же будет лучше, и всем будет лучше. И э, на самом деле в Бирме произошли очень-очень серьезные изменения они провели политическую демократизацию, там пришла к власти Аун Сан Сун Джи, которая много лет провела при военной хунте под домашним арестом. То есть это сейчас, в общем, такая достаточно нормальная страна Юго-Восточной Азии, которая развивается, где не без своих проблем, но тем не менее там была жестокая военная хунта. Все это кончилось освобождением и движением по пути демократии и развития. Вот очень многие эксперты по Корейскому полуострову, они говорят, что такая история с Северной Кореей в принципе возможна. И в этом смысле вот эта стратегическая линия на примирение и на такую мягкую интеграцию по аналогии с объединением с Германией, она правильная. И в этом смысле южнокорейское руководство ведет такую достаточно разумную политику. Но вот политика постоянного, с одной стороны, шантажа с другой стороны непонятных односторонних уступок, которые неизвестно чем могут кончиться, которые ведет президент Трамп, это все, конечно, напоминает абсолютного слона в посудной лавке. То есть вот Трамп, когда стал президентом США, он с чего начал? Он прям угрожал их бомбить. Вроде как многие считают, что это вынудило северокорейского лидера Ким Чен пойти с ним на диалог. Вот они несколько раз встречались. У них происходили там всякие обнимашки. Трамп подписывал с Ким Чен какие-то декларации, на самом деле ни о чем. Да? Но в реальности Северная Корея очевидным образом продолжает и свою ядерную программу, и развитие своих ракетных вооружений. Вот все эти последние испытания ракет продолжаются, о чем мы с вами говорили. То есть, по сути дела, не агрессивная трамповская риторика и угроза войны, не вот эти попытки внезапных обнимашек без всяких предварительных условий, в общем, ни к чему не привели. Позиция более разумных американских администраций, Клинтона, Буша, Обамы, она всегда была вот в чем: что мы готовы пойти на уступки, если Северная Корея готова. И вот важно дипломатическим путем о чем-то таком договориться. Трамп никаких конкретных уступок от Кима не получил. Сразу подарил ему аж несколько саммитов с американским лидером. О чем э, никакое северокорейское правительство никогда не могло даже и мечтать. Кончилось это ничем. Даже американские эксперты говорят, что Северная Корея продолжает все свои ядерные поползновения. Это значит, что буквально через шаг мы можем получить ситуацию, когда американское руководство взбеленится и скажет: вы ничего не соблюдаете. Никакой денуклеаризации корейского полуострова не проводите. От ядерной программы не отказались. Все, мы вот сейчас на вас там опять нападем. Да? Ну, то есть вот эти вот трамповские метания из-за до в полами, да, они, в общем-то, не способствуют какой-то нормальной стабильной линии на нормализацию на корейском полуострове. Здесь надо понимать вот что. Что, конечно же, гарантами, вот этого агрессивного поведения северокорейского режима, как мы уже говорили с вами, являются Китай и путинская Россия. Кто мог бы помочь изменить вот эту ситуацию, вот это уравнение, где есть нищая Северная Корея без всяких перспектив развития, но с сильной армией, с ядерным оружием и с программой развития ракетных вооружений – с другой стороны, развитый мир, который, в общем, как и в случае с Мьянмой, Бирмой, был бы готов открыть свои двери, в случае, если северокорейское руководство пошло бы на нормальные политические и экономические реформы. Да? Кто мог бы быть здесь вот этим геймчейнджером? Участником, который пришел и все изменил бы, изменил баланс сил в правильную сторону. Ну, конечно, вот державы, которые влияют на эту ситуацию с той стороны и фактически являются гарантами сохранения северокорейского режима. То есть это прежде всего Китай, который является главным партнером Северной Кореи сегодня и источником главным источником экономической помощи и поддержания штанов. Да. С другой стороны, конечно же Россия. Если бы у нас был не Путин, а нормальный президент, то мы, конечно же, вот использовали возможности того, что у нас есть с ними какой-то диалог и сказали: ребят, ну заканчивайте всю эту политику, она вас никуда не ведет. Посмотрите, как произошло в Бирме если вы начнете реформы, все будет хорошо, закончится конфронтация, все будут счастливы, давайте вот двигаться по этому пути, по которому успешно в свое время прошла Германия. Вот представьте, что Китай и Россия подали бы Северной Корее такой сигнал, что мы больше не будем помогать и поддерживать ваш тоталитарный режим, но если вы пойдете по пути примирения с развитым миром и демократизации собственной страны, вы получите кучу преимуществ все бы сразу изменилось. Вот тут действительно в такой ситуации возможно говорить и об объединении Кореи, в том числе по германскому сценарию, и о прекращении вот этого вечного кошмара, в котором живут жители КНДР. Но куда там? Мы же имеем дело с великими геополитическими стратегами в Пекине и в Кремле, для которых люди не имеют значения. Для них важны только геополитические интересы. И они смотрят на это дело как? Как смотрят на все это китайские коммунисты? Что вот это сейчас наше марионеточное государство. Черт с ним, что там в концлагере люди страдают. Но туда придет западная демократия. И следующий шаг это увидит китайцы и скажут. О, блин, превращение из диктатуры в демократию это хорошо. Люди станут богаче, они станут лучше жить. Это все немедленно отразится на китайской внутриполитической ситуации. Китайские коммунисты говорят, не-не-не, мы так не хотим. Пусть остается концлагерем, никакого объединения, никакой демократизации. Ну и, конечно же, Путин. Вы знаете, как Путин относится к демократизации стран. Он это все называет государственными переворотами, которые угрожают там суверенитету, суверенитету диктатур. Его дружков типа Башара Асада или Муамара Каддафи, да, у него ровно такое же отношение к Северной Корее. Пусть будет концлагерь. Мы еще с ними что-то контрабандно поторгуем. Где-то там обогатимся в процессе. Положим себе еще несколько миллиардов на банковский счет. Да? А демократия подождет. Вот, собственно говоря, здесь надо понимать вот что. Что сегодня перспектива для нормализации ситуации на Корейском полуострове есть. И даже какое-то движение в эту сторону есть. Прежде всего его лидером является, на мой взгляд, самой взвешенной региональной политикой. Один из самых интересных мировых политиков сегодня это президент Южной Кореи Мун Ин Он эту линию последовательно ведет. Но ему мешает абсолютно непоследовательная политика США во главе с Трампом. И вот эти вот метания между угрозами войны и обнимашками с uh, Кимом. И, конечно же, мешает история с... Uh, тем что фактическими гарантами сохранения северокорейского режима являются коммунистический диктаторский Китай и диктаторская путинская Россия, которые, конечно же, сегодня выступают и продолжат выступать против объединения Кореи и нормализации ситуации на Корейском полуострове. Я думаю, что в этом плане объединение Кореи это перспектива более далекая, но она есть, она сохраняется. Потому что откровенно стратегически нет никакого нормального другого выхода. Южная Корея уже стала настолько крупным и развитым игроком, что она готова на себя принять решение этой проблемы и, в общем, навести нормальный демократический порядок у своего северного соседа. К сожалению, я думаю, что мы не увидим это, пока в Пекине и в Москве сохраняются вот такие мощные авторитарные диктаторские режимы. То есть это называется ни себе, ни людям. Мало того, что китайские коммунисты и путинская мафия своим народом создают кучу проблем, они еще и не дают решить проблему Корейского полуострова. Закрыть вот этот многолетний нарыв войны, которая так никогда не окончилась, сделать единую Корею мирной, современной, процветающей, развивающейся страной, к сожалению, это вот еще один разлом между демократическим миром и диктатурами, о которых мы все время говорим в наших передачах. Вот на Корейском полуострове эта рана, этот разлом, она такая прям кровоточащая и угрожает очень серьезными последствиями, потому что пока у северокорейского руководства сохраняется за спиной вот эта мощная поддержка Китая и России, ну они продолжат политику шантажа международного сообщества, развития ядерной программы, ракетных испытаний продолжит политику вот такого крупнейшего регионального и международного хулигана, потому что им надо повышать ставки, чтобы как-то обеспечить себе выживаемость вот в этой сложной ситуации, когда конкурентоспособность экономическую они показать не могут, но они могут показать что? Ракеты. Шантажировать всех ракетами. Я думаю, тоже очень знакомая вам история. Вся эта тема с якобы опорой на собственные силы и чучхи, о чем мы говорили, это миф северокорейский режим держится сегодня только на помощи китайской диктатуры и российской диктатуры. Уберите эту помощь, все, на следующий день вопрос о выживании этого бесчеловечного режима, он встанет так же остро, как стоял в 90-е годы. Поэтому, на мой взгляд, на Корейском полуострове есть перспективы к нормализации, к миру, к интеграции двух Кореи и всего корейского народа. Но мешают этому диктаторы из Пекина, и Москвы. Как и многим другим позитивным вещам в нашем мире. Обнимашки с диктаторами. Это была программа «Обнимашки с диктаторами» с Владимиром Миловым. Спасибо, что нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал и обязательно донатьте нам на продакшн. Ссылки все по донатам в описании. Спасибо огромное всем, кто это делает. Производство этих передач это, в общем, не бесплатная штука. И я уже сказал в прошлом выпуске о том, что мы хотим сделать передачу с ответами на ваши вопросы. Задавайте их, пожалуйста, мы соберем. И я обязательно поотвечаю на самые интересные ваши вопросы о международной политике. Потому что вы сразу начинаете спрашивать о всем, но наша передача о международной политике. И еще раз ждем вас на нашем канале. Подписывайтесь и пересылайте друзьям, и увидимся с вами через неделю. Обнимашки с диктаторами.